Всем привет! Вы на канале Принцесса Кейт. И сегодня я буду распаковывать Снежку Савву. У нее есть ножницы. И мы вот тут скотч подрежем. Вот, я уже подрезала его. Теперь нужно аккуратно подостать Снежку. Вот, я показала. Вот, наша Савва. У нее хвостик! Нет, разрезать получится. А вот. Вот тут нужно так размотать проволоку. Вот эту. Это проволока. Ого. Как легко смотреть. Вот, кажется, сняла проволоку. Вот тут нужно уже отрезать. Вот эту штучку. Вот, подрезали. Вау, смотрите. Тут еще какая-то штука. Наверное, чтобы не испортился макияж лица и не испортились волосы, укладка их. Вот, мы ее снимем, эту пленку, и смотрите, какие у меня красивые волосы. Вон они ее сейчас поднимают. А тут у нас хвостик прикреплен. Он вот так. Тут нет застежки. Нет, она на липучке. Да, на липучке. Хвостик у нас тут на липучке. Его можно снять, и она будет просто вот такая Снежка в купальнике. Ноги у нее гнутся. Руки тоже гнутся. Вот, тут хвостик. Вот это отдельно идет хвост. И купальник тут есть вот такой. Вот эта юбочка на завязочке. Зайчики, очень красиво. Мама, я потом в нее поиграю. Смотрите, тут уже море нарисовано. Можно играть, будто она в море. Сейчас вот эту отрежем, и будет очень красотень. Вот, смотрите, тут можно ее вот так поставить, а можно с хвостом. Но она, а где хвостик? Ой, ой, ой. Вот он, хвост. Его можно вот так надеть поверх ног и застегнуть сзади на липучке. То есть хвостик можно снять. Вот. Она будто тут ворожком сидит. Ну, у нас в море тут дом, осьминожек, рыбка смешная очень, скат, кажется. Вот. Она может вот так сесть. Ручки как-то там поставить. Вот так, например, на хвостик красиво поставить. Она может... Голова двигается вперед-назад, в сторону, в другую. Вот. Тут нет застежки. Просто можно снять. Вот. Видите? Ручка можно поднять ее. И локоток тоже сгибается. А можно мне тоже поиграть в нее? Ну, она очень хочет поиграть в Снежку. Конечно же, я ее зарешу. Ну, она вот такой. Или с русалкой. Я хочу русалкой ей быть. Ищи. Я буду вот такой играть девочкой. А, кстати, я сейчас быстро принесу Варю. Я хочу одеть хвостик. Одевай, хвост, одевай. Так я хочу одеть хвостик. Я принесла Варю. Она умеет петь. Но она хочет с Варей петь? Нет, я хочу петь Снежкой. Она крутая. Но она хочет всегда новым играть почему-то. Не знаю почему, но она хочет новым. Мне хочется поиграть, она мне так нравится. Я сейчас быстро упакую Варю, и она будто новая будет. Нет, это нет. Нет, я не хочу. Я хочу это играть. Вот, смотрите, новая Варя пришла к нам. И она хочет с Варю. Это я хочу. Ладно. Это мне нравится. Вот, мы поиграли с ней. Это был сказочный подкуль. Вы были на канале Принцесса Кейт. Ставьте лайки. И всем пока-пока.